Всем привет! Мы продолжаем наше прохождение игры RimWorld. Прошлая серия у нас закончилась на том, что мы достроили медблок и потихоньку развиваемся дальше. Так, какие у нас планы на эту серию? Я тут выставил топовые кровати, строятся, пускай их построят, и заказал тут немножко улучшений. Склады всякие вон тут и так далее. И сделал разметку под киллбокс. Думаю, этим и будем заниматься в ближайшее время. Потом можно продолжать. Надо бы здесь санузлы им все нормальные сделать. А то что-то как-то не алё. Так, если я так сделаю, тут не пройти, да, мне будет. Ладно, это потом что-нибудь придумаю. Так, у нас тут завершилось производство силовой брони. Теперь, что мы будем открывать дальше? Я хотел ковры сделать. Кровать у нас тут переносит потихоньку. Так, эти я сейчас расставлю, и нужно будет назначить, кто там будет где спать. Золота пока не хватает, чтобы нормально наделать хорошую кровать для всех. Караван приедет. Посмотрим, может быть, у них купим немножко еще золота. Тебя нафиг надо убрать. Камни. Ну, тут не особо принципиально куда-нибудь сюда его воткнуть. Пускай стоит. Теперь, сколько у меня ткани? Ткани у меня дофига. Поэтому мы им сделаем нормальное кресло. Вот, пока так. А этот тип у нас, походу, ушел, да, уже? Да, на плюс 15 нам дало. Сейчас они построят верстаки, и можно будет назначить производство, чего там нам понадобится. У меня одежда некоторая износилась. Эту опору бы, конечно, куда-нибудь нафиг бы убрать. Нужно поставить... Нужно проверить, что по одежде есть. Я сейчас проверю, посмотрю и вернусь. Итак, я все выставил. Можно продолжать на этом. Я хочу все же киллбокс доделать. Сделаю пока так. Потом нужно выход сместить будет. И вход в кишку тоже надо сместить будет. Так, ковры готовы. Можно коврики делать, чтобы мусора не было. Тогда... Что мне может пригодиться в целом? Ты, например, бетон появится. Я даже фиг знает, нужен он мне или нет.
логику, можно все открыть. Это все очень быстро. Ладно, давай, да, открываем то, что начали и не закончили. Так, что я хочу еще? Надо бы, наверное, камни, может быть, чуть-чуть пообрабатывать. Вас разобрать. Вас продать, а тут выставить. Типа того, это можно все перетащить будет. Так, вы тут разобрали, да? Это хорошо, что вы разобрали. Сейчас мне нужно сделать выход с моей базы. Выход мы сделаем как-нибудь вот так. Да, тут сделаем. А этот я заложу вообще, что нафиг он тут не нужен будет. Стоп, не так нужно мне. Это не то, что я хочу. Нужно немножко в бок сместить. Так, тут же у нас будет вход сюда на починку. Блин, ну вообще лучше вот как-нибудь вот так тогда сделать. Ну, а это отменить. У нас тут вылетел ивент «Скоро свадьба». Да неужели? С третьего раза. Он все-таки добился ее руки и сердца. Можно, наверное, товарищ поздравить. Че, пеликан? Тырыпыры, растопыры. Нафиг это я читать не хочу. Итак, что мне тут нужно сделать? Теперь. Уже теперь, да. Нужно продлить киллбокс. Точнее, даже не то, что продлить, а в принципе достроить его. Чтобы он у нас обрел уже очертания наши. Камни почему тут не убираете, я не пойму. Но это надо делать. Кстати, что тут у нас? А, еще подрастают, да? Скоро щенки вырастут. Дотренируем. И будет замечательно. Начнут таскать. Вы как поживаете? Нормально? Так, крыса. У крысы тоже все в порядке. Вот эту канализацию можно перетащить куда-нибудь, чтобы она нам не мешалась. Что-нибудь типа того сделать. Так, а это... как-нибудь вот так. И в одну сеть соединить. А это я потом снесу. Да, пускай так будет. Это достроят, это я разберу, поставлю стенку и построю новую кухню. Ну, собственно, все то же самое, только вот тут это все будет. И можно будет киллбокс доделать.
Окей, бионика готова. Итак, можно производство препаратов сделать. Быстренько. Может быть, я буду делать аптечки. Не знаю, посмотрим еще. Такс, и... мне нужно 2 верстака. Нужен ты. Нет, поставлю сюда. Это у нас простое, да, протезирование. И бионическое протезирование сюда. Еще мне нужно 2 кресла. Не то. Отлично, сейчас он их построит. Можно будет сварганить ногу. Мне нужна нога и вроде бы рука у кого-то была. А, у этого все нормально. Ну, тут глаза всякие. Потихоньку начнем органы восстанавливать. Что-то ребята у нас тут не очень хорошо себя чувствуют, я думаю. С ногами-то деревянными. Ну и здесь тогда уж тоже доделать. Как-нибудь так. Сейчас, правда, пока вот это загогулина, тут они могут выходить сюда куда-нибудь, за стенку идти. Мне это не очень удобно. А, зря, наверное, разобрал. Так, препараты готовы. Давай, продолжим тогда над этим работать. А здесь мне нужно... Так, мне нужен простой протез ноги. Короче, сделайте кто-нибудь там. Кто-нибудь доскрафтит его. Ну, вот ты и сделаешь. Качества у него все равно нету, так что пофиг. Там, в принципе, любой ремесленник может этим заниматься. Так, и нужно вот эти вот тоже разобрать. Как-то так, да? И можно будет построить эту фигню. Мрамора тут у нас дофига. Сделаем так сначала. Так, ты пошел у нас протезы, да, делать? Сейчас надо проверить тогда у нас. Так, где у нас... Здесь, да? Части тел. Ладно, он сюда его положит. Потом я ему... Хотя можно сразу заказать ногу. Да, у меня, в принципе, всего хватает. И отправим на операцию товарища нашего. Лишь бы у него в это время свадьба не выпала. Все, сейчас он ему поставит ногу. И все нормально будет. Чувачка. А эту можно куда-нибудь. Она мне все равно не нужна, унести. Теперь давайте быстренько посмотрим, что кому надо. Такого и из основного. Ну, в принципе,
принципе, все около дела. Можно тогда или ногу навтыкать, чтобы они бегали побыстрее, да? Или заменить все больные органы. Вот, тут надо подумать, что выгоднее будет. Такс, ты у нас. Давай глаз сделаем. Так, что на тебя надо? Компоненты и пласталь, да? Ну, 4 глаза хватит. Пускай делают. Так, тут все разобрали. Значит, что мы делаем? Это мы... Упс, вот так. Дальше. Так. И нам нужно расставить двери. Двери мне нужны автоматически, чтобы они тут сильно много не заморачивались. И кухню все-таки, наверное... Наверное, вот здесь поставлю. Сюда. Это мы разбираем. Теперь автоматическая дверь. Так, куда я? Пускай будет тут. Здесь. Тут. Блин, он и так будет ходить. Хотя мне, в принципе, какая разница, как он будет ходить на кухню. Пускай так ходит через склад, да и все. Температура там особо не просядет. И теперь мне нужно сюда впихнуть кондиционеры. Так. И кондиционер нужен один сюда. На всякий случай. Вдруг там жара какая будет. И проводку сделать надо. Сюда, сюда и сюда. Эту стенку можно убрать. Так. Кактусы. Все долой. Все, стройте. Давай, наверное, сделаем... Так, где он? Позвоночник. Да, на него, правда, улетит дофига всего. В первую очередь, я сейчас по пласталью начну проседать. Но она, скорее всего, где-то в залежах есть. Так что тут, в принципе, не такая уж и проблема будет. Пускай так. И делай 5 позвоночников. Позвоночник просто... Почему я изначально ставлю его? У него вот что. То есть он сразу несколько параметров повышает. Движение и работу. Вместо того, чтобы отдельно ставить ногу, отдельно ставить руку, лучше за одну аптечку поставить один позвоночник и 2 параметра сразу поднять. Причем ставить их нужно вообще всем. Чем больше биоников в колонии, тем лучше. Окей, вы тут сделали, да? Тут все хорошо у нас. Нифига. Мамаша прилетела. Вот это поворот. Ладно, посмотрим, что ты можешь. Да, печально. Протезофоб. Психическая вялость. Блин, ну если она сдохнет, у меня тогда тут дебаф будет, что родственник скопытился.
Но я могу ее, в принципе, просто спасти, и она уйдет. И тогда мне как бы пофиг на это будет. Да? Потому что мне такой персонаж не особо нужен. Не воевать ничего не может. Да, давай, я ее просто спасу. И у меня медик. А там дальше пускай сама как хочет, так и выкручивается. Извините, но таких нам не надо. Хоть мать ты, хоть бать. Так, отлично, заменители готовы. Можно Вансидиум открыть. Можно мозговые импланты, на всякий случай. Можно ребра, да вообще все можно открывать, в принципе, тут. Можно в логику пойти. Давай, открой, она недорого стоит, вся цепочка. Пускай будет. Блокаутов мне тут не надо никаких. Можно, в принципе, поставить еще одну геотермалку. Так, схватает ли у меня на нее всего? А всего у меня на нее, в принципе, хватает. А поставлю, пускай будет. Как-нибудь вот так. Пускай доделают. А сталь мы сейчас еще накопаем. Так-с. В общем, продолжайте строительство, да? Давай это разбери, чтобы не мешало ходить. Мне, в принципе, вся эта стена, по идее, уже не нужна. Можно ее нафиг. Тобой. Можно ее убрать. Кактусы наросли. Какой-то веки успели. Я тут переставил турельки немножко сюда. Пускай так пока будут. Такс, что мы можем сделать? Мне нужно это убрать. Оно мне тут не нужно. И вот это нужно убрать. И вот это нужно убрать. И мне нужно убрать еще крышу. И построить крышу вот тут. И тут аналогично. Все, работаете? Так, я думаю, наверное, надо бумалуб заохотить. Так, наделал, да? Сколько у нас тут? 4 позвоночника, 4 он несет. Ну, можно потихоньку, наверное, начинать их ставить. Так, где он? Тебе. У тебя есть. Такс. Давай тебе. Так, стоповые аптечки. И тебе то же самое. Блин, троих я, конечно, не хочу сразу же отправлять
вот так вот на операционный стол. Ладно, идите, за раз сделать, чтобы не париться. Во как. Вот это интересно. 28 уфла. Мясо само ко мне идет. Тогда операции отменяются? Что бы мне тогда тут сделать? Иди перекуси. Ты уже? Ты тут тусуйся. Ты иди в прием дверной. Блин, они меня сейчас все турели тут разберут. Как бы они у меня тут двери не вырубили. Вот эти вот, они ведь могут, толпой налетят. Не, я пока их трогать не буду. Так. Проведу все операции, а потом, когда они уже отдохнут немножко. Точнее, не отдохнут, наоборот, когда мои отдохнут, а эти устанут и начнут расходиться, я их постреляю. Что со всей толпой я тут биться неохота. Нафиг. И тем более они сюда еще пришли. Я их потом по чуть-чуть сюда повыманиваю, по одному. Все, у меня ребята очухались. В принципе, на следующий день можно будет подманивать их по одному тут. Главное, чтобы все не побежали. Либо несколько строителей к дверям поставить, они тогда не смогут, наверное, ворваться. А если они ворвутся, это, конечно, будет сурово. Они тут меня вырубают быстро. Блин, у этого нет позвоночника, это плохо. Он отставать будет немножко. От бригады. Блин, тут могут нарваться на ловушку. Увлекательнейшее занятие. Че, идешь сюда ко мне, нет? Животное. Сейчас, отлично, собрал ловушку, можно будет их отсюда убрать. Ты куда? Ага. Ладно. Еще один. Так, вас унести, тебя унести. Еда сама пришла. Надо только проверить. Да, тут установлено. Будем потихоньку расстреливать их. Походу, вся толпа на меня согрелась. Давай последних ушатать, тем более один уснул. Все, еще одного. Итак, мы практически добили всех муфала. Ушел у нас, ну, это практически день. Опять же. Остался один, сейчас я его добью. Все, остальных можно переносить. Так, свободны. Нет, давай ты перенесешь. И ты. Все, тащите. Потом нам будет перезарядить все капканы. Они, в принципе, задний тут не испортятся. Хоть и жара у нас. Это что, спаслась уже? И фиг на нее. Пускай проваливает. Куда хочет. Нас все назначены практически на переноску. Сейчас унесут в холодильнике. Вот это прикол. Вот Кассандра, классическая, стандартно. Целый год ничего не было, потом подряд началось событие.
1, 2, 3, 4. Так, штук 6 механоидов. У меня ловушки не заряжены. Это сейчас они ко мне, значит, ворвутся и начнут мне раздавать. Но они ворвутся сюда, начнут, в принципе, по турелям стрелять. Но меня больше там беспокоят огнеметчики. Ладно, я сейчас посмотрю, кто там будет. Один есть, да? Этих двух я сейчас вырублю, а гусеницы пока ползут, я успею перезарядить сейчас ловушек. Бьет стена из гранита. Ну вот, два слоя сейчас меня спасут. Один слой он пробьет, а второй у него не получится. Так, ты. Хорош таскать. Ты у нас. Поел, иди сюда. Вы там просрались все. Все сюда, давай, бегом. Ну, на два этих чудика, так это, конечно, избыточная оборона, но я потом в Сима пойду перезаряжать ловушки. Ну, в Сима кто может, естественно. Так, ты иди сюда. Бегом сюда, встал. Все, позицию заняли. Блин, вот ты придурок, что ли? Ну хорош, блин. Он дурной, а этот еще дурнее. Чуть не попало вообще же. Жеш. Ты куда вообще идешь-то? Да, бывает. Этот сейчас, скорее всего, на ловушках откинется. Я буду заряжать поэтому дальние капканы. Так. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Все, ловушка сработала. Куда ты идешь? Сюда не надо ходить. Блин, зря я тебя заряжаю. Надо было их оставить, чтобы я потом сюда прошел. Так. Медицинский ученый. Вот это, конечно, неплохой вариант. Блин. Но сразу после этих с пиратами воевать. И у меня люди все немножко так уставшие. Слегка уставшие. И обороняться мне. Вот Кассандра опять во всей красе. Три события подряд запускает. Ну вот как так? Такс. Что мне сделать? Отказать или согласиться? Молодой вроде и нормальный. Не. Извини, мужик, не твой день сегодня. Так, все сюда. Блин. Ты куда? Ну, шел бы на ловушке-то. Хотя можно было, наверное, этого мужика-то и взять. Как все не вовремя случается. Ты что делаешь? Ты вернись. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты иди сюда. Понимаю. Терпите. Нет, стену-то выпиливать не надо.
Хотя, если он сейчас один будет, мне его труда не составит убрать. Лишь бы мы тут не разбежали сейчас или с ума не сошли. У него же поломаны кольца. Блин, он, наверное, все-таки выпилит ее. Ладно, пускай выпиливает, потом пойдет сюда. Мы его накроем. По крайней мере, его задержали здесь. Так, одна без шансов. По одному они ничего не сделают. Ну-ну. Блин, этого сейчас ждать. Надеюсь, с ума никто не сойдет. Я им поставлю вот такой график. Чтобы они потом сутки нормально отдохнули. Ладно, ползи. А ты чего не стреляешь? У тебя радиуса не хватает? Блин, вот этих с энерговинтовками бы надо, конечно, в проемы ставить, в дверные. А, эти огненные, конечно, опасные. Все, скопытился, все свободны. Ладно, через сутки можно будет график восстановить. Они как раз все в норму придут. Я думаю, дотащим и серию на этом будем заканчивать. А то что-то у нас тут затянулось все. Что мы сделали в этой серии? К нам пришло стадо муфала. Мы достроили холодильник. Сейчас туда, кстати, нужно все переместить будет. И этот разобрать потихоньку. К нам пришли механоиды. Мы их технично слили через нашу кишку и киллбокс. Тут бы надо это мне поменять все, например, на гранит, чтобы попрочнее все было. Но это я потом подумаю между сериями, наверное, как-то сделать. А пока что всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Пока!